центр города Кандалакша. Вон там администрация, памятники, ЗАГС. Девушка, где твоя золотой диплом? О, памятник. Ленин. Как он? Так и называется, алюминиевый завод, да? Кандалакский. А, Кандалакский алюминиевый завод. Средняя зарплата 40 тысяч? Ну да, работяги. У нас тоже Белгородская область, там Балаково. Белгородская область, это Белгородская область. Старый оскол. Там, а тут полярный коэффициент. Да, да, там тоже там. Ну, вроде как бы нельзя сравнивать, да, скажем так. У нас погода, блин, не такая, как у нас. Сейчас у нас 5 дней будет тепло, потом резко дождь, сразу наступает осень. Почему-то. Ну я здесь января. Как бы знаю, что здесь за погода. Вы были, видели, какая погода? Ну, да, я вот приехал. На 2 недели в Балаково ездил, середины июня. Начало июля. То есть там солнце, жара, здесь приехал дожди. Вообще, сегодня первый день только. Солнце. Здесь, вот под этой сопкой идет, блядь, канал. Там даже шахты такие залиты цементом нахуй. А за руки не видно, да? Этого? Нет, тут не видно. Сейчас заросло все, ёпт. Вот тут стояли, да. Зэки жили вот тут вот. Домики. Я последний, ну, было в детстве, я помню, что тут желтенькие домики остались. Потом вот здесь поставили эту ДРСУ. Так было. Строили канал, уголовники. Вон даже подстанция с камней оставшаяся. И военнопленные немцы
репрессированные. Костяк и крови здесь, да, все строилось. Вот они строили алюминиевый, они построили вот этого, блядь, не за 5 лет, что ли. Там быстро, там долго не разговаривали. Ну да. А в Колвицу возили, блядь, там до сих пор лагеря, еще остатки лагерей. Колючая проволока. Туда возили, лес сплавляли. По сети озер и сюда сплавляли по рекам, бревнам. Ну да. Да, я же говорил, слушай, рассказывал, что смотрели конец весь. Чего? А сейчас здесь зоны есть какие-нибудь или... Чего? Зоны тюрьмы здесь есть. В Зеленом Бару. Там вольное поселение уже стало. Есть, да? Да. Вот дорога вот сюда вот уходит, вот там плотина. И вот туда дальше и уходит под землю прям. Если на поезде ехать, то видно будет. Поедете, вы на поезде поедете домой? Да. Так мы до Питера, по-моему, до Кандалакши. Вот до Питера поедете, перед Ниву-2 проедете, перед Кандалакши посмотрите. Ну, надо просто внимательно смотреть, поезд проскочит. Прям вода уходит туда, под воду. Ну, я видел там плотины какие-то, мне перед крестом. Если вы туда поедете, туда, в сторону Питера, ага, то по правой стороне смотрите. Там такая арка сделана, и вода туда уходит. Они комары ебали всю жизнь, правильно? Это заброшенный военный городок или что это? Да, он три дома, два дома работает, блядь. А кто у них живет, как, на что, да, они, блядь, на что они живут? Два дома, нахуй, 10 семей живет, он на те. Офигенно. А это брошено, вообще 4 или 3 дома. Военная часть? Венозерская, вон она дальше еще сюда пойдет. Да, нахуй ничего. А раньше что здесь, что за часть была-то? Там мотострелки стоят. Я тебе рассказывал, что ли? Стрелки был, автомат, ну, что такое не было, блядь. С берега Полярной Зори видно эту часть. Там дальше стоит, блядь, часть, ну, как его, гараж или как назвать, автобаза, блядь, типа того. Автобаз, кстати. Ну, она вот так обход перекопана. Дорога пошла туда, тоже автобаз. Все перерыли. Все перерыли, да. Ну, наверное. Ты не скажи, на запас, блядь, может, в будущем они... Оживят эти базы. Крепочки-то